Здравствуйте, с вами Александр, и сегодня 7 марта у меня очередной праздник вылупления милых таких симпатичных цыплят, бройлеров и несушек. Бройлера КОП 500 Чехия, а несушки Ломан Браун и Декабл Т. Уайт. Начнем с бройлеров. Вот такие они красавчики. Да, вот такой уже я вылупился, такое меня зажало. А меня зажало, что надо делать? Надо меня срочно спасать. А что мы для этого делаем? Ставим камеру на штатив и убираем верхний лоток. Вот так он достается. Ставится на стол. По бокам у меня вот такие вот затыкушки, чтобы они в щели не проваливались, не тонули там. Перепелята вообще на ура проваливаются и тонут. Ну и эти тяжеловесы тоже. Ой, вот такой вот я красивый мальчик. Вылупился из яичка. Мальчик-девочка, не знаю, разберемся. Да. И отправляемся мы сюда. Ребята. А здесь осмотр. Сюда я закидываю те яйца, которые еще не наклюнутые на нижний уровень. Вот, допустим, не наклюнутые на нижний, а на верхний забираю те, которые уже хорошо проклюнуты. И которые ожидают вылупления. Это тоже наклюнутый. И этот. В общем, ладно. Сильно закалять не будем. Ставим обратно наш лоток. Цыпленочка достали, извлекли. Ставим обратно на место нашу затыкушечку. Так. И накрываем все это дело вот этой вот крышечкой. И заглядываем к нашим несушечкам. Что у нас там? Несушки я закладывал в крайнюю очередь. Они у меня были третьи по списку. И поэтому они только вот наклевываются. Белые. То есть коричневый это Ломан Браун, а белый вот это Декабл Т. Уайт. Уайт в переводе с английского белый. Пищат сигнализаторы. Тут тоже все щели заделал. Пенопластовый инкубатор меня чего-то не очень радует в этот раз. Вот бройлерочек один наклюнутый, а остальные даже молчат. Ну, в этот раз я понизил диапазон температуры. И, возможно, они вылупятся, но чуть-чуть попозже. До этого они вылуплялись чуть-чуть пораньше, пережаривал инкубатор. Есть люди специально оставят отдельный датчик на яйцо. Но у меня отдельный датчик на яйцо, вот у меня два их висит. Вот один и второй. Один висит в воздухе, а второй внизу как раз на яйце. Сейчас я его пошевелю, покажу. Вот он, который на яйце. Вот он лежит у меня прямо на сеточке. И показываю температуру. Ну, видать, все-таки не хватает еще вентилятора в этом инкубаторе с вентилятором. Я думаю, дело было бы повеселее. Ну и ручной переворот тоже дает о себе знать. Все-таки автоматически, когда был, он каждые 20 минут или каждые полчаса вот эту сеточку ворочил, передвигал. Но в момент скачка напряжения его родной блок управления такого плана сгорел. Взяли вот такой вот китайский контроллер. Он работает в диапазоне. В общем, у него чуть похуже. Вот этот был хоть и аналоговый, но более точный. Так что в очередной раз я расстраиваюсь в этих пластмассовых инкубаторах, то есть пенопластовых. Лучше уж купить тогда еще один вот такой вот. Ну или уже когда на 500 или на 1000. Ну вот знакомый покупал, 80 тысяч вышел ему инкубатор на 500 яиц. И еще 15 тысяч доставка. Так что со временем, да, буду и такое приобретать. Вот они наши красавчики. Вот такие вот лапочки. Сохнут под лампочкой, да. Смотрю, брудерных мощностей у меня тоже не хватает. Так что полезу на чердак строить еще один брудер для них. Вот. Также еще почему здесь, мне кажется, будут печальные показатели. Когда отключали свет, вот у меня тут провода, два аккумулятора, второй сейчас в машине стоит. Вообще у меня три. Третий у Кати на машине стоит, но в тот день она была на работе, и третьего аккумулятора у меня не было. А два аккумулятора не тянули. И когда я уже видел, что уже слышал, прям по вентиляторам слышно, как они уже натяжно так начинают работать, все, им уже не хватает напряжение. И тогда я принял решение отключать вот этот
В общем, из трех зол выбрал меньшее. Отключил его, а прошел буквально несколько минут. Ну, точнее, не отключил, я его повесил на сдохший аккумулятор, который уже сел. Ну, практически что отключил. А через несколько минут свет все-таки включили. Так что надежда умирает последней. Я все-таки надеюсь, что кто-нибудь да вылупится с этого инкубатора, а так да. В общем. Хороший, вместительный, 104 яйца. 5 с чем-то тысяч покупал я когда-то. Две штуки. Был у меня бизнес-план. Но в чем его была ошибка? Я не продавал сразу цыплят, я хотел вырастить свое материнское стадо. Вечно мои эти комплексные подходы дают о себе знать. А надо вот какое-нибудь, что-нибудь одно взять и его развивать. Ну вот развиваем продажу цыплят. Остальное содержание птицы — это уже так вот. Издержки. Вот у меня тут дежурный календарик. Сегодня 7 число. 8 число. Завтра у меня день рождения. Завтра у меня будет распродажа цыплят. Обычно мы всегда в объявлении указываем дату вылупления на день позже. То есть они уже вылуплены, чтобы когда они лупятся, народ не приставал, а чего, а сколько. И когда уже вылупление пройдет нормально, тогда уже и знаешь, сколько, чего и как в сухих остатках. Ну а на сегодня будем закругляться. Благодарю за внимание. Лайк, подписка, комментарий. Желаю всего доброго, счастья, здоровья. Пока-пока!